На территории Молоковского сельского поселения располагается Российский реабилитационный центр детства, где дети со всей страны имеют возможность пройти курсы лечения заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Администрация поселения по возможности уделяет внимание малышам и подросткам, находящимся на излечении, и в праздники дарит подарки. Так и в Международный день защиты детей 1 июня в центре состоялся красочный концерт с участием местных ребят. Ребятишек. Ребята фольклорного ансамбля из Удельской музыкальной школы села Константиново Раменского района известны не только у себя. Их знают и в Ленинском районе. Именно их администрация Молоковского сельского поселения пригласила выступить перед детишками центра детства. А показывали они им любимую сказку «Теремок». А сказка – это мир добра и справедливости. Добро победит всегда. Хочется пожелать всем детям, не только здесь, которые в центре, а всем детям Ленинского района, Московской области, нашей России и всему миру, чтобы они были счастливы. Детского им такого хорошего счастья. Ребятишки из центра с большим вниманием, интересом и восторгом слушали и смотрели выступление второй, более старшей группы ансамбля. Сегодня такой хороший праздник, День защиты детей, но вот глядя на больных детей, он ощущается особенно, потому что они тоже счастливы, несмотря на то, что они больны, несмотря на то, что им очень тяжело в жизни приходится, но они счастливы. Восьмой раз на излечении в центре детства находится девочка Юля из Свердловска. Она здесь вместе со своей мамой и сестрой. Сказка. Сказка? О чем она сказка? Теремок. Ну и кто, какой герой тебе больше всего нравится? Лягушка. Спасибо за концерт. В году мы лежим по два раза. И вот каждый раз мы лежим в мае и в сентябре. И каждый раз нам устраивают вот такой праздник. Мы его, конечно, ждем все время, готовимся. И все равно это каждый раз для нас какой-то сюрприз. В этот праздничный день для ребят звучало еще много песен и теплых слов. Я желаю им, чтобы они побыстрее выздоравливали. И чтобы у них было все хорошо. Я желаю им счастья, добра, и чтобы они быстрее выздоравливали. После концерта детвору ждали подарки и фрукты, привезенные администрацией Молоковского сельского поселения. Людмила Медведева, Александр Житков, Наталья Буслаева, Видное ТВ.